Венский музыкальный фестиваль зародился в столице Австрии в 1991 году и стал одним из ожидаемых событий в ее культурной жизни. С 2006-го он проходит уже в 8 крупнейших городах Европы. И вот он в Сочи на одной из самых знаменитых площадок курорта в Зеленом театре, где в течение недели зрители могут насладиться фильмами и концертами из оперных залов Австрии. Сочи стал вторым городом в России, где проходит Венский фестиваль музыкальных фильмов. В Екатеринбурге этот культурный форум проводится уже 4 года, и теперь оперную эстафету подхватила олимпийская столица. Конечно, не каждый, далеко не каждый может поехать в Венскую оперу, а послушать в первоисточнике таких замечательных исполнителей оперного искусства, возможность, которая пришла в город Сочи. Я считаю, она уникальная. Любой житель города, любой гость может прийти сам со своей семьей, прийти и посмотреть шедевры оперного искусства. Волшебная флейта Моцарта – одна из ярких жемчужин Венской оперы. Именно этой постановкой решили открыть фестиваль организаторы. По мнению атташе по культуре посольства Австрии в России Симона Мраза, Сочи – очень интересный город, и его жители любят классическую музыку. И теперь у горожан есть уникальная возможность посмотреть видеозаписи опер, концертов или оперет с ведущих мировых площадок. К тому же совершенно бесплатно. Я сам очень много современного искусства занимаюсь, да? Но я понимаю, я знаю это, я чувствую тоже, да, что классическая музыка нам очень важна, да. Это ключ культуры, да. И поэтому я очень рад, что мы можем просто показывать. В течение 6 дней Венский фестиваль музыкальных фильмов будет предлагать сочинцам и гостям курорта самые известные постановки и концерты Венской оперы и филармонии. Все, кто пришел на открытие фестиваля, не скрывали своего восхищения. Такие голоса, такие постановки, все вот это мы ж нигде не посмотрим, кроме вот здесь. Это ж мировые шедевры, которые надо обязательно посмотреть. Очень понравилось, и спасибо организаторам, что это для нас сделали. И хорошо, если будет это продолжаться. В Зеленом театре также покажут оперу «Безе Кармен», новогодний концерт Венского филармонического оркестра, оперету «Веселая вдова» Франца Легара. Венский фестиваль музыкальных фильмов продлится до 7 июля. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.